Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Алло, Сергей Сергеевич. Алло, да. Меня зовут Никита Сергеевич, отдел досудебного взыскания Восточного экспресс-банка. Звоню по поводу вашей кредитной карты, кэшбэк. 287 дней находитесь на задолженности. По какой причине? Дело в том, что я лежу на операции по смене голоса. У меня слишком охуевший голос, и поэтому я никак не могу выйти на улицу. Как только я начинаю с кем-то разговаривать, меня тут же бьют одно место. Вот, и у меня такая проблема сейчас. Как только у меня исправят мне мой голос охуевший, я тут же буду, наверное, платить вам. Все, пошутили? Я вас не понимаю. Хватит шутить. Два дня у вас на оплату, 305 тысяч рублей. Сегодня либо завтра оплата поступит. И вот так вот мне все говорят, я что-то не понимаю. Это мой нормальный голос. В чем дело? Что я вам говорю, я лежу на операции. Сейчас буду делать операцию. Как только мне сделают, я нормально начинаю разговаривать, все. Устраиваюсь на нормальную работу, есть там, и это, оплачиваю там, что там надо оплатить-то. Я вообще не шучу, и нормально. Не поступает, коллекторское агентство будет продан ваш кредитный договор, в принудительном порядке будете оплачивать свою задолженность, значит. Продан, я еще и картавлю. Продан, ладно, хорошо, продавайте. Ну, блин, коллекторы мне звонят, они тут же трубки бросают, я не знаю, что делать. Они к вам домой уже будут звонить. А, уже домой прям звонить. Так они домой уже прям и звонят. Да, родственников своих предупредите. Родственников я своих предупрежу, езжи, да, вот нормально. Вот что мне делать-то с таким голосом, я не знаю даже вообще. Может, посоветуешь ты, братуха, как вообще жить нахуй? Родственникам что сказать надо родственникам? Скажи дословно. Все, пошутили? Че говорить, рот-то? Я серьезно с тобой разговариваю, не могу понять, что не так-то. Я разговариваю с тобой нормально, что не так с моим голосом опять? Что родственникам мне сказать надо? Алло. Думаете, это смешно, да? Алло, что мне сказать? Смешно? Я тебя не понимаю вообще, ну, братан. Значит, ожидайте принудительного взыска. Вы принудительного взыска ожидаете в дальнейшем? Что взыска? Он у вас никуда не исчез. Они что, придут, подпрыгнут и скажут, сыска, да? Сыска? Или это вписка ты хотел сказать? Я не понял, что ты говоришь. Взыска? Что такое взыска, братан? Ты меня пугаешь, Меня и так все звонят, коллекторы не хотят со мной разговаривать. Ты хоть поговорить, что вообще не понимаю, что делать-то? Взыска, что такое? Что мне родственникам сказать, скажи мне. Я передам. Взыска. Все, пошутили? Я серьезно с тобой разговариваю, я не могу понять, ты что меня не понимаешь? Я говорю, что такое взыска, объясни, я первый раз слышу это слово. Взыска, что такое? Это что за новое слово? Я уже боюсь. Что родственникам мне сказать? Введите и узнаете. Ввести в интернете взыска? Решение вашего вопроса по долгу по кредитной карте кэшбэк. Отменить ваши штрафы, которые у вас накопили за все это время. Правильно, братан, красавчик, отмени, пожалуйста, это штрафы, отмени, пожалуйста. Что надо родственникам сказать? Скажи, взыска, что там за взыска? Что это такое? Что за взыска? Бутерброд такой, не пойму, что за взыска? Братан, ты что молчишь-то, ёпарас? Это я не шучу, серьезно. Вы же понимаете, что я не буду отвечать на этот вопрос. А на какой вопрос ты будешь отвечать? Шутки шутите. Да я серьезно с тобой разговариваю. Хватит шутки шутить. Сумма на оплату 294 тысячи, 454 рубля, 80 копеек. Два дня вам на оплату. Сумма на сегодняшний день актуальна, и можете уточниться для мини-банка, либо по номеру горячей линии нашего банка. По номеру горячей линии? Сегодня либо завтра данная оплата поступает. Взыска что такое? Это что, родственникам? Почему на вопросы не отвечаете? Я спрашиваю тебя, братан, что надо родственникам сказать? Не нужно меня спрашивать.
Вам уже самому смешно. Родственникам что нужно сказать? Да это мой голос нормальный, я так разговариваю. Что у меня? На операции лежу. Сумма на оплату, соответственно. На операции лежу, слишком охуевший голос у меня. Должны еще большую сумму. Я не знаю, что мне делать, вообще слишком охуевший голос у меня. Последний вариант решения вашего вопроса. Еще и баба. 1000 рублей в течение 3 дней, оплата поступает? Браво. Что мне сказать? Не знаю, что. Взыска, что такое? На операции тебе говорю, люди. Проживание и дополнительный номер телефона. Продиктуйте ваш. Это без проблем, братан. Я сейчас скажу. Продиктуйте. По запись разговора, диктуйте. Исправительная колония номер 17 города Курска. Неправильно. Что неправильно? Неправильно. Что неправильно? Исправительная колония города 17, Новый Курск, город номер 17. Что неправильно? Что неправильно? Ты мне спрашиваешь, братан, какой у меня там адрес проживания? Я тебе говорю, исправительная колония номер 17, города Курска. Что неправильно? Угу. Все, пошутили? Я серьезно с тобой разговариваю, не могу понять, что не так, что тебе не нравится. Хватит шутки шутить. Город по данному адресу и по остальным, которые вы указывали в своем кредитном договоре, ожидайте коллекторские агенции. А что ты спрашивал тогда? Что если вы не сможете оплатить, они будут за вас платить. А что ты спрашивал тогда? Номер телефона продиктуйте ваш. А что ты... 8-800-5-5-3-5-3-5. Ага. Я не пойму. За пределами населенного пункта не покидаете сюда. Зачем? От личности многое зависит. И когда говорят, а чего я один могу? Запомните. И один в поле воин. Если он, человек с большой буквы, владеет знаниями, один очень много может сделать. Не то, что в жизни города, в жизни страны, в жизни человечества.